Я как-то стояла. Стойте. Глаза закройте, пожалуйста. Вот просто чуть-чуть прислушайтесь, и вот этот свой опыт, который вы все знаете про гвозди, куда-нибудь отодвиньте сейчас. Глаза закрывайте, делайте глубокий вдох, плечики расслабляйте. Выдох через открытый рот, господи, уже заговорился. Живот расслабляйте, спину расслабляйте, грудь расслабляйте. Глазки открывайте медленно. Отдыхайте. Вы вставайте тоже на гвозди. Виктор нас сейчас снимает всех втроем, то что долго я так не простою. Виктор, сейчас отходи, чтобы нас всех втроем было видно. Стойте, стойте, стойте! Стойте! Подходи к нам ближе, чтобы всех девочек крупно было видно по очереди, всех засними. Я сейчас уже сойду в гвозди. Стойте, я хотела вам помочь. Я же специально раньше сошла, чтобы помочь вам. Так, а теперь? Что за человек? Мне это нужно будет. Попали? Смотрите, давайте сейчас мы вас еще. Нет, пусть он так играет. Выше подбородок, все будет хорошо. Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что. Я готов сойти.